сын наркоман, что мне делать? Ну, ответ, который дает Эл-Анон, мне кажется, самый актуальный. Отстраняться. Отстраняться с любовью, отстраняться с ненавистью, отстраняться по-деловому, сухо, как угодно, только отстраняться. Отстраняться, давая человеку шанс и возможность сделать свой выбор и начать жить своей жизнью, а не жить за него и делать выбор за него. Спасибо.